Доброго времени суток. Я сегодня покажу уникальный опыт. Этому в школе не учат. Этому вообще нигде не учат. Ни в институтах, не изучает никто. Свойство потеряло вообще все. Вы не поверите, вообще исчез. Магнитное поле исчезло. Но этот опыт повторило несколько человек. То есть это действительно, просто покажите, вы будете выглядеть в глазах своих, допустим, друзей, знакомых, как мистиков. Простой опыт магниты. Берете 3 или 4 магнита. Можете брать неодимовые, можете брать круглые, квадратные, плоские, любые магниты. 3 металлических брусочка. Там можете взять цилиндры металлические, можете взять, как у меня, вот квадраты. Просто возьмите, сделайте, или если не сможете сделать, ну нету, допустим, средств, никаких магнитов, черные, любые, самые дешевые магниты, у вас этот опыт получится. Просто покажите тогда это видео, многие будут просто шокированы, настолько это уникальное видео, настолько это уникальный опыт. Берем, вот смотрите, вот брусочки, вот я взял для наглядности вот 2 магнитика. Я позначил один южный полюс, классический, другой северный. Вот такая вот вещь получилась, буква N. Вот что у нас получилось, так? Далее, берем еще один. Вот такой вот кусочек металлический. Вот так вот выглядит, видим, да? Это у нас север. Юг, здесь юг, север. И ставим эти магниты. Раз, два. Прицепляем вот так. И у нас получилась вот такая вот вещь П-образная. Раз. Видим, да? Все, магниты прилипли. Смотрим фокус. Абракадабра. И раз. Все упало. Ничего не липнет. Еще раз. Никакие вообще, ничего, все исчезло. Абракадабра. Раз. Вот так, если мы забрали эту, все липнет. Вот здесь эти магниты. То есть липнет очень-очень хорошо. Стоит перевернуть. И все. Что произошло на самом деле? Сразу говорю, этот фокус работает только при условии, что магниты будут именно расположены вот так. Запоминайте. Ну, видео просто поставить на паузу, посмотрим. Север, юг. Если вы так поставите, допустим, здесь у нас север, ой, юг, юг. Это я сейчас рисую классически. Видим, да? Все будет липнуть. Как бы вы его не пытались, ничего не изменится. То есть вы не добьетесь успеха. Видите, да? Нужно, чтобы один
магнит был перевернут вот именно так. Тогда, видите, да? Смотрите. Оп. Все исчезло. Самое интересное, свойство потеряло вообще все. Вы не поверите, вообще исчез. Магнитное поле исчезло. Как такое может быть? Магнитное поле не существует. Полностью. Они друг друга нейтрализовали. Я, если честно, когда увидел такой опыт, я просто сначала не поверил. Я думал, что это какой-то фокус. То есть в реальности это такое, ну, выглядит неправдоподобно. Далее. Берем назад. Все. Все работает. Что на самом деле здесь происходит? Получается, юг, север. Там север, здесь юг. Получается магнитное поле. Здесь видим юг. И юг попадает, вот это вот южный полюс, это северный полюс. И когда они соприкасаются, магнитное поле существует здесь, в этом кольце. Оно находится здесь. То есть не просто, не то, что оно здесь липнет. Липнуть оно не будет. Здесь ничего не липнет. Но магнитное поле здесь внутри вращается. Оно находится, оно замкнутое. Зацикленное. Вот здесь магнитное поле находится в этом круге. То есть магниты можно изучать десятками лет. Вопрос, вот говорят, это все давно изучено. Кем изучено и когда? В 19 веке, в начале 20-го, магниты изучали. Потом их просто тупо перестали изучать. Их тупо начали использовать в двигателях постоянного тока. В некоторых генераторах сейчас в последнее время китайцы начали использовать. Все. И мы включили. Магнитное поле распространилось. Здесь у нас получается, видим, север. Север. Получился полноценный магнит. Когда магнитное поле находится вокруг проводника магнита и самих магнитов. Вот оно. Здесь оно находится внутри. Исчезло, так сказать. Вот такое вот видео на сегодня я решил показать, записать, чтобы вы понимали, что на самом деле магнитное поле далеко не изучено. У меня есть на моем сайте Tirtha.info страничка о магнитах, о магнитных полях. Рекомендую посетить. Там очень множество идет рассказывается о магнитах, о свойствах магнита. Те, которые не изучаются, говорится, что это все ерунда, что магнит это пружина и так далее, что нету никаких магнитных свойств, магнитных полей энергетических и так далее и тому подобное. На самом деле, еще раз рекомендую собрать каждое вот такое вот несложное устройство. Можно будет даже просто вот вместо вот этих металлических просто поставить цилиндрические неодимовые магниты, допустим, большие
и пробовать, как оно работает. Не обязательно такие делать большие, можно это все меньше. Но сам факт, это можно показать. Вы многих удивите, своих друзей, товарищей, знакомых. Будете как фокусник, чародей. Абракадабра, и раз, и ничего не работает. Магнитное поле включилось. Раз, и магнитное поле включилось. Более того, если вы неправильно, специально не расскажете, как его собрать, оно не получится. Только в одном положении работает. Только в одном. Если магниты будут неправильно расположены, как бы вы их потом ни крутили, ни переставляли, работать не будет. Работать не будет. Вот такое вот видео на сегодня. Обязательно показывайте это все видео. Ну, всем распространяйте это видео. Очень интересно. Очень уникально. Подписываемся на канал, пишем свои комментарии, все, что мы по этому поводу думаем. Обязательно ставим лайк. До свидания. Всем всего хорошего, счастья, удачи и процветания.